Приветствуем вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Опять рады вам представить, что в нашей студии дорогие гости и священники нашей Рязанской епархии, протоиерей Арсений Вилков и иерей Дмитрий Фетисов, настоятели наших центральных соборов рязанских. И мы сегодня особенно интересную тему затеяли для вашего интереса и внимания. Она очень актуальна для каждого из вас, уже интересна. Это тема духовничества. Вот мы здесь все трое относим себя к поколению середнячков таких, ну уж молодыми нас сильно не назовешь, а тем не менее и седины еще во мне, у меня можно рассмотреть в бороде, ну и то при большом желании. А у отца Арсения и отца Дмитрия нет, но при этом это ну, наиболее заметные и много труждающиеся и на богослужебной ниве, и по кормлению людей, и во всех других формах и средствах информации наши батюшки. И вот вопрос духовничества. При том, что ко мне вот в интернете особенно большая обращается паства, где найти духовника, где старца, и могут ли современные батюшки, молодые, относительно моложавые, в пределах 50 лет, быть духовниками? Что такое духовничество в наше время? Является ли мой приходской священник моим духовным отцом? Можно ли его таким считать, когда я старше его? Эта ситуация очень остра. Люди понимают, что, вступив в церковную жизнь, они не хотели бы быть сиротами. Им хочется отца, им хочется наставника, иногда вплоть до полного разгруза собственной ответственности. Батюшка, как вы скажете, я готов делать, но только спасите меня, потому что я за себя не отвечаю. Или, напротив, я бы и рад действовать целесообразно и продуктивно, но вы меня научите. Вы скажите, как мне учесть все, чтобы потом не прогореть. С другой стороны, опытные батюшки говорят, иногда прихожане задают просто невыносимо странные вопросы, на которые не знаю, что ответить. Батюшка, я взяла кредит, и вот теперь у меня никто не работает в семье, как мне его отдавать? Или, батюшка, моя дочь уезжает, выходит замуж за ангольца, они уезжают туда, батюшка, вы благословите, чтобы все было в порядке. Или, батюшка, я не читаю в ваших глазах теплоты к себе, не вижу достаточно пастырской любви. Вы еще не в состоянии, вы недозрелы, как священник, чтобы воспринять меня как свою духовную дочь. Как быть в этих ситуациях? Нам стоит ли, может быть, действительно себя позиционировать как батюшек, получивших сан и право совершать таинство, но еще не получивших грамоту духовничества? Ну, мы должны исповедовать, за нас никто не поисповедует, наших прихожан, когда некому. Вот. Но помним уже, что на Руси в XIX веке прежде нужно было иметь еще специальное позволение архиерея быть духовником. Тогда уже вступать в область попечения. Ну что сейчас, хвататься за голову и убегать от этого дела? Ну, понятно, что уже не убежишь. Есть ли какие-то тут позиции, которые мы бы с вами и разъяснили бы людям, ну и которых сам бы держались для пользы дела? Вопрос очень непростой на самом деле и зависит от того, что считать духовничеством. Если обычное наставничество и благословение священника, то, конечно, человек посещает приход. А в этом приходе есть настоятель, другие священники, и он к ним обращается за духовным советом, за помощью, за благословением в тех или иных ситуациях своей жизни, исповедуется. Если мы говорим о полном отречении воли и духовник, который может влиять на жизнь человека, во-первых, должен быть многоопытным, умудренным и сединой, и духовной жизнью. А во-вторых, конечно, знающим, что он не имеет права лишать человека свободы. Потому что часто мы видим примеры самые разные того, как священник несет на себя обязанности духовника. И мне кажется, в настоящее время довольно сложно найти вот именно такого духовника. Это не от отсутствия хороших священников, а от того, что, на мой взгляд, духовник – это человек, который знает не только тебя, но знает твою семью, знает твою жизнь. Много лет смотрит, как развивается духовная жизнь в тебе и рядом с тобой. И вот тогда, все это анализируя,
молясь с помощью Божией, ты можешь дать человеку какой-то добрый совет. Честно говоря, вчера только размышлял, что чем старше я становлюсь, тем больше понимаю проблему, как бы не навредить. Вот есть у врача «не навреди». Угу. Вроде бы поначалу ты такой образованный, вышел из семинарии, тебе хочется помочь людям, дать какой-то добрый совет. Но с каждым разом ты понимаешь, что огромное количество ситуаций индивидуальных, что очень много условий и условностей, что очень много разных обстоятельств, совершенно разных. И когда в одном случае один совет будет добрым, в другом случае этот же совет может навредить и погубить духовную жизнь человека. И часто хочется просто помолиться. Человек приходит за советом, а ты ему говоришь: давайте мы с вами вместе помолимся, чтобы Господь разрешил вашу проблему. Потому что боишься просто сделать неосторожный шаг, вот скальпелем не туда резануть, а вдруг что-то заденешь жизненно важное. И вот почему-то, чем опытнее, скажем, может быть, внешне становишься, тем больше осторожность возникает в этих вопросах. Ну, с другой стороны, чего перегружать миссию? Если миссия высокая и великая, это Пороскова Приходского батюшки, но его же, собственно, дело свидетельствовать о Царстве Небесном. Его дело не быть, в общем-то, специалистом в том, как лечить мозоль, куда отдавать детей в гимназию православную или неправославную. В общем, нам можно этого не знать, мы же не гадалки. Наше дело, прочитав сегодняшнее Евангелие, пояснить о том, как добродетели необходимо прилагать в свое сердце, чтобы спастись вечности. Если так брать все-таки как раз вот без этого веера и шлейфа каких обязанностей священника, управить и решить все бытовые вопросы человека. Потому что часто за этим приходит: батюшка, у меня такие-такие неисправности. Мне нужно здесь наладить, у меня тут сын не слушается, здесь бабушка лежачая, что мне с ней делать? Вот зарплаты не получается, там шеф не понимает и так далее. Ну, простите, это ведь, наверное, скорее всего, не ко мне. А ко мне, если вопрос, у вас душа тяготится какими-то своими срывами, давайте покаемся. Как с этим бороться? Ну, святые отцы так говорят. В общем-то, ведь не случайно, я думаю, что после семинария рукополагают. Вот если нужна была бы непременно седина, опытность и многоопытность для священства, ну, был бы критерий. Пока тебе 50 не исполнилось, тебя не рукополагают священники. А сейчас, как-то возобновилась вот эта тема ограничения для слишком молодых священств. Но, тем не менее, все равно 25-30, это все равно еще не возраст опытности, когда к тебе без ограничения приходят люди и спрашивают за жизнь. Может быть, было бы вполне разумно чувствовать себя ответственным за определенную область, самое важное. И она касается вот этой свободы нравственного выбора и тех духовных средств врачевания, которые Господь сообщил Церкви, и за которые мы отвечаем. Мы совершаем. Когда нужно соборование? Соборование вполне возможно даже раз в год. И для человека с виду здорового, все мы нуждаемся в прощении забытых, незамеченных грехов. Как мне исповедоваться? Ну, вот называйте факты проявления своих страстей. Не просто страсти. Ну, мы читаем всех наших пастырей бесценных: Иоанна Кронштадтского, Феофана Затворника. И на себя не ссылаясь, учитывая, что у нас теперь еще есть и общеепархиальные занятия для священников, повышение квалификации, которое возглавляет сам владыка, со своей многоопытностью, вот он какие-то пастырские вопросы тоже регламентирует. По идее, может быть, нам не хватает вот этого смирения, и мы привыкли давать советы, у нас страна советов, как говорят, и мы то выше, и мы, как сказать, тем более, если ты батюшка, это как раз вот первое юношеское чувство человека, на которого владыка водрузил крест, это значит, я имею право давать советы. Вот. А с какой стати вы говорите об осторожности? Правильно. Но если вы раньше считали за собой себя вправе давать советы, то теперь почему ко мне-то? Я думаю, что вообще тема духовничества, и откуда берутся духовники, уж раз мы ее затронули, это, знаете, очень сложная такая тема, которой не научишься в учебниках. Нужно непосредственно учиться, нужно непосредственно прикоснуться к традиции. Вот у нас замечательный такой подвижник благочестия, преснопамятный отец Архимандрит Авель, который воспитал замечательную плеяду духовников и архиереев, и игуменов монастырей, и монахов замечательных. И вот батюшка, он, знаете, несколько таких моментов очень важных всегда подчеркивал. Во-первых, духовник должен быть прозрачным для Бога. То есть приводить ко Христу. Есть у нас очень такие обаятельные священники, которые, ну, может быть, даже не по своей воле. Вот известен такой, например, случай с Иоанном Кронштадтским, что вокруг него целая секта
я ниток образовалась. Конечно, он был к этому не причастен, он сам этих людей обличал, но тем не менее такое явление было, конечно. Но, по крайней мере, оно не исходило вот от его стороны. Вот это очень важный такой принцип. Можно еще назвать его, знаете, принципом ослика. Священник – это ослик, на котором Христос въезжает в Иерусалим. Ну, а попрактичней. Да. Поэтому ослик, если он умный, то он понимает, что почитают люди того, кто сидит на мне, того, кто почивает благодати священства. Но если священник, глупый, если глупый ослик, то он думает, что вот эти люди все, они встречают меня, они как царя меня встречают, пальмовыми ветвями машут. Батюшка, посылают одежду. На практике как это реализовывается? На практике тоже тогда надо убегать? Ну нет, ну знаете, как-то... Сказать, молитесь, молитесь, друзья, молитесь. Ну, какую-то, наверное, меру соблюдать. Вот однажды был такой случай, когда отца архимандрита Авеля пришли поздравить с юбилеем. И очень много теплых слов замечательных сказали. И он даже, знаете, в ответном слове, он очень говорит, я очень расстроился. Потому что сегодня вы говорили о любви ко мне, и никто из вас не сказал о любви к Христу. Наверное, я плохой духовник. Вот такой вот очень интересный пример. Ну, а с другой стороны, конечно, вот то, о чем тоже уже была сегодня речь. Все-таки все мы люди очень немощные, и все мы любим снимать с себя ответственность. Вот это, конечно, всегда очень сложно. Это всегда как-то деликатно сказать человеку, что, знаете, все-таки это вам, в конце концов, решать. Вам решать. Жениться или монашество принимать. Ты знаешь, батюшка, что очень важная мысль, это то, что у самого священника должен быть духовник. Для того, чтобы усвоить духовнический вкус, тон, действительно, это относится к третьему уровню священного предания, если по-школьному, по-нашему рассуждать. Это практика благочестия, опыт духовной жизни, передача этого опыта. Это, конечно же, область не та, которая зафиксирована в памятниках веры, в литургическом предании или в формальном предании. Это то, что передается от уст к устам. Поэтому, вероятно, что некоторый залог исполнения исправного вот этой духовнической функции, являясь просто приходским священником или даже монастырским священником, это все-таки наличие собственного духовника. А вот насколько это сейчас в нашей среде священнической актуально? Вот выходя из семинарии, у молодого священника всегда ли есть духовник? Потому что если он есть, и вот эта сама система отношений, ученичество, ученическое сохраняется, и тогда, когда ты стал почетным настоятелем и понечетным тоже, и весь окружен народным почитанием, и возглавляешь службы еще в сослужении других священников, как настоятели, оба наших дорогих гостя, вот, то не потерять собственное чувство собственного ученичества, своего покаянного, такого благоговейного припадания к одному из, как называется, один из древних, к одному из древних, но из тех, кто действительно для нас стал таким, это все-таки, по-моему, жизненно важный момент. Насколько он сейчас всеобщий? Мне кажется, не всеобщий. Такая проблема существует. Вы знаете, ведь в семинарию не поступишь без рекомендации духовника. Поэтому уже все-таки он есть. Ну, это может быть формально. Ну, в конце концов, батюшка, дайте мне рекомендацию. Бывает формально, конечно. Алтарничал. Но бывают и другие случаи, когда все-таки молодой человек как-то тесно в церковной жизни себя проявлял, и затем священник, с которым он помогал ему много лет, которому дает ему рекомендацию. И мне кажется, такой студент, окончив семинарию, сохраняет добрую связь духовную с этим священником, общение какое-то. Да, у меня есть и личный опыт подобный. Мне кажется, это очень важно действительно для священника, потому что важно всегда понимать, что то доброе, что я даю людям другим, это не мое, это от Бога. То, что Господь мне дает, я передаю другим. То есть, если я что-то плохое делаю, обижаю кого-то, да, это вот мое собственное. А доброе – это то, что Господь влагает, я просто передаю, и моя задача – это передать, а не оставить себе. И в этом случае как раз собственное восприятие духовной жизни, ее глубины, понимание собственной души, ну, попытки понять и попытки исправить ее, понимание, собственно, несовершенства, это очень важно, и это как раз в этом вопросе очень духовник может помочь. Mm-hmm. Потому что когда священник не имеет, может быть, такой возможности в свою очередь с кем-то советоваться и кому-то полагать свои мысли, свои внутренние движения души,
то в конечном итоге можно в какие-то тупики периодически заходить. Да, вплоть до необратимых. Мне кажется, как раз отсутствие... К сожалению, да. Отсутствие духовника. Вот лично мне страшно представить даже, потому что у меня как-то все довольно колоритно протекает служение, так уж сказать, такие какие-то яркие повороты, обороты, и не всегда положительные с моей стороны. И я не могу даже себе представить, окажись я в каком-то произволе. Ну, то есть сам для себя решаю. Или случайными встречными, ну, даже дружественными батюшками. Ну, здесь ну, вряд ли кто-то из священников, если уж совсем не прокис внутренне или не прогнил, сможет ну, литургисать и продолжать свою священническую жизнь при серьезных искушениях, не полагаясь на какое-то, ну, все-таки исповедь, собеседование, если не с архиереем, то, во всяком случае, священником, которого уважает, так чисто по-дружески пускай. Вот. Но мне кажется, даже все это было бы крайне слабо, не имея вот такого полного предстояния. Может быть, бывают более ровные какие-то священнические пути, которые, так сказать, отличаются ну, какой-то стабильностью такой, особенно когда с детства человек в церкви. Вот вы как раз вот относитесь к такому поколению все-таки молодежи, выросшей православной среде. Я все-таки в этом смысле от вас отличаюсь не в лучшую сторону. Сначала прожив языческой жизнью, крестившись только в 22 года, поэтому придя к церкви от покаяния, вот, и, может быть, поэтому и так характеризую свою совершенно крайнюю необходимость священника, который, ну, уже как-то поставил, хочешь не хочешь, а все равно их исповедуешь, и не обсуждаем там меры нашего достоинства, как духовников, а то, что мы в любом случае являемся как исповедующими и как-то окормляющими людей. Но вот в этой ситуации я вообще не могу себе представить ни одного священника без самого как конкретного, твердого присутствия в его жизни, буквально ежедневного духовника, потому что иначе солнце померкнет. Такое количество со всякого не содействующего, противодействующего нашему служению и да, вообще спасению. На самом деле, конечно, у каждого священника жизнь далеко не стабильная. Я думаю, отец Дмитрий со мной согласится. Потому что мы живем в какой-то степени жизнью своих прихожан. И вот их боль, их переживания, их труды в духовной жизни, все это ложится на тех священников, к которым они приходят, обращаются. Ну и семьи, наверное, это тоже не это... один раз сплошная конечно. Семейная жизнь. Там, нет, из монастыря вроде иногда я наоборот посматриваю. Если бы еще семья, то я бы точно уже не спасся. Семья – это путь к раю, а путь к раю, как мы знаем, трудный и тернистый. Что? Ну, значит, монастырь не воспринимается раем, потому что когда я в Пронске живу, вот имею возможность это не ездить. Путь. Да, но священник, он где-то, наверное, как разведчик. А если говорить о семейной жизни, мы с отцом Арсением можем, конечно, какие-то вещи обсудить с супругой, но не проблемы прихожан, мы не можем обсуждать эту тему табу, табуированная такая, то есть не, конечно, не исповеди, потому что это тайна. Это одно из самых серьезных преступлений канонических. Поэтому, конечно, да, может быть, какой-то преподаватель может, не может себе позволить сказать супруге, я задержался со студентками, я что-нибудь там, придя там где-то в 12 часов ночи. А любой священник, он может сказать, и даже позже прийти. У нас вот, например, замечательный священник служит, отец Сергий Сальцов в моем храме. В следующем году 80 лет ему будет. Так вот, вы знаете, он иногда уезжает из храма, где-то в полвторого ночи может уехать. Вы представьте? То есть люди к ним приходят на исповедь, люди вот так вот тянутся, хотя очень пожилой батюшка, мы уже и с прихожанами так мягко, чтобы ревность не вызвать, говорим, что ну вы его пожалеете, потому что все-таки тоже силы они не бесконечные. Но вот батюшка, да, и в 12, и в час, и даже во втором часу ночи может домой приехать. Да и как не оскудевая при этом жизнерадостностью такой. Да, да, такой простотой, любовью и совершенно такой, знаете, таким смирением. Вот по милости Божией. Конечно, знаете, все-таки, наверное, это одна из таких черт благодати священства. Да. Потому что иначе, если бы мы все это на себя принимали, то, конечно, может быть, сойти с ума. Вот один бизнесмен мне как-то недавно совсем, знаете, меня так спросил с таким удивлением. Батюшка, как вы заземляетесь? Как вы расслабляетесь, а мы не напрягаем. Я даже сначала не понял, о чем вопрос, как заземляетесь. В смысле, как заземляетесь? Ну что, может быть, там после... Вот вы исповедовали сегодня всю службу, там все всеночное. Ну что, наверное, домой ну прийти, ну выпить, наверное, ну 100 грамм хотя бы. Как еще? Да не, ну слушай, так сопьешься совсем. Вот Господь, если мы причащаемся, служим, Господь, конечно, Он укрепляет. Господь, Он дает силы. И, конечно, в счете, конечно, люди-то, они обращаются к Нему. Да. Мы здесь все-таки какие-то советники добрые. Может быть,
Ну и через нас, через недостойное Господь, конечно, действует. Да, я тоже это чувствую довольно остро сейчас, более, вот, наверное, о чем ты сейчас сказал, отец Арсений, о том, что Господь ведет людей. Вот, и наша миссия не так велика, как кажется, может быть, со стороны, что вот как ты сказал, так и сделали. Но как мне не сказать, если человек сам хотел это услышать и спрашивает о воле Божьей, которая в каких-то вопросах очевидна. «Уклонись от зла и сотвори благо, защи мир и пожени и». Вот царь Давид сказал, я-то вообще ничего не придумывал в этом жанре. И, ну, может быть, я, знаете, у меня сейчас, может быть, излишняя есть ересь такая. И я совсем было какие-то вот периодами убежден, бываю, в том, что все зависит от воли человека. Ну, хотя это нам и подсказывает, в чем святые отцы. Но если воля к этому лежит, то ты остаешься, ну, этим минимальным винтиком, который просто без всяких усилий, говоря несколько слов, оказываешься оракулом и провозвестником, и пророком, и все так и было, или мне только этого не хватало, вот эти слова как раз есть самые главные. А сам только смотришь, что человек-то давно дозрел. И когда он уже фрукт, то он уже снимается сам собой с ветки и подается на блюдечке с глупой каемочкой. Вот. В этом смысле действительно служение это наше благодатное, потому что мы как раз бываем на средостении, на пересечении желания человека волю Божию исполнить. И тут оказывается быть очищенным от грехов. А мы тут как тут. Прощаю, разрешаю. Он желает бросить какую-то дурную, от чего тяготится его совесть, дурное дело, и ты говоришь, ну, конечно, давно пора. Завязываем, завязываем. Помоги вам, Господи. Ах, какой духовник! Ах, какого послал батюшку Господь! Но очевидно, что справедливо замечено, что наших лавров тут нет вовсе. Но только остается и нам благодарить Бога за то, что Он призвал нас в эту степень, в которой мы оказываемся не только сами на спасительном пути, если так бдительно проходим это служение, но и оказываемся помощниками многих. Благодарим, дорогие телезрители, за ваше внимание и особенно отцов дорогих за их искренние и теплые слова, которые, я думаю, никого из вас не оставили равнодушным. Храни вас Господь, друзья Божьей помощи, добрых вам пастырей на жизненном пути. До свидания. До свидания, всего доброго.